Добрый день, дорогие друзья! Посмотрите, какая прекрасная погода, солнышко. У нас небольшие новости в нашем парке. Посмотрите, Войка лежит, греется. Братиш там лежит, греется. И посмотрите, кто у нас здесь? Кто у нас здесь? Кто? 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 Кто у нас здесь? Сейчас я вам расскажу, кто это. Посмотрите на них, какие они ласковые. А я не понял. А, это они погрызли. Сейчас уберусь у вас, зайду. Сейчас, сейчас, малыши. Малыши-карандаши, сейчас. Скучаете, скучаете. Сейчас зайду, расскажу про вас. Братишка, братишка. Фурия. Все так же туда-сюда носится. В будку не заходит, раз в день, может, зайдет на 2-3 секунды, и все. Ой, как проситесь, ой, как проситесь. Идите сюда. Всем привет, дорогие друзья. Еще раз, у нас в наш парк пришли на время. Две девочки, воланды, чистокровные воланды. Нам подарил их в питомник. Именно в питомник воландов, не в парк волков, а в питомник воландов Игорь с Архангельской области. Спасибо ему огромное. Двух щенков, двух девочек. Они у нас как раз на Арктик парке тоже выйдет видео, как мы их сюда привезли, как запускали вечером. Обязательно посмотрите. В общем, сейчас будем выбирать имена нашим девчатам, серенькая и беленькая. Серенькой и беленькой. Ах какая девчушка, ах какая. Ай-яй-яй, 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 ай-какая. Это у нас, кстати, двоюродные сестры Алиты, нашего боевого ангела. Ах ты какая. Ох ты, щенок. Плотные такие, плотненькие, прям вообще хорошенькие. Пальцы от экрана у этого не сильно, это, да. Вот, девочка вот эта серенькая, конечно же, крупней. Они остаются у нас в питомнике в Волгограде, будут привезены чуть попозже в Волгоград. Сейчас они на данный момент находятся у нас. Но, может быть, и оставим какую-нибудь девочку у себя здесь в Арктик парке. Вот. Но, скорее всего, они пойдут все-таки все в волгоградский питомник для дальнейшей селекционной работы по воландам. Щенки с документами. Щенки у нас все хорошие такие, красивые. Девчата. Вчера, кстати, запускали братиша. Сегодня тоже давайте запустим. Посмотрим, как они тут сработаются. У нас эти скучашки. Тихо, тихо. Заходи. Упала. Заходи, вообще. Заходи. Ахти какая. Ахти какая. Ахти какая. Ахти какая. Черт. Ну все, все, хватит целоваться. Ай, смотри, что делает. Кусается. Ты за бороду кусаешь, а ты что? Смотрите, какие. У них такие байки интересные, они такие плотненькие, шерсть такая большая. Родились они в минус 40 на улице. Жили все это время на улице с мамкой. Иди на братишу. Ой, кто там? Кто там? Кто там? Что там? Давай, братишу. Посмотрите на фурию, как завыла. Тоже хочет. Будем братиша мучать, а, девчата? Друзья, давайте назовем их. Вы в комментарии пишите, какие имена вы подошли. Вот это более скромненькая, а вот это более активная и более такая агрессивная. Вон, посмотрите, лезет на братиша, защищается. И мы выберем из... Да, мы выберем самое лучшее имя, которое нам понравится. Да, так что давай. Потому что девчатам нужно уже имена давать, чтобы они знали свою кличку. И ты тоже скучаешь, братиш, скучаешь. Скучаешь, ты тоже у нас еще малыш. Братиш, видишь, хоть тебя сейчас не трогает. Ой, да, он занят щенками изучением. Ой, о, кусает. Ой, вот так. Давай помучим. Помучим братиша. Давай подальше мы отсядем. Давайте туда. Смотри, смотри, берет его за этот. Ой, какая смелая. Ой, смелая какая. Ой, смелая какая.
Ой, смелый. Такие мягенькие, пушистенькие. Что ты? Ой, ты красава. Какая красивая. Ой, красивая какая. Прям красоточка беленькая. Беляшек. В общем, друзья, что еще хотел сказать. По фурии пока ничего не известно. Не знаем, когда она что родит. Но по срокам стоит у нее примерно до 20-х чисел. Камеру пока не заходит, все там попачкало, надо зайти, все поправить. Но я надеюсь, что Рамзан мне в этом поможет. Мы ее сейчас сюда перегоним и обратно, потому что, чтобы я туда не заходил, она от моего запаха. Что ты такая это? Давай помучаем, братиша. Братиш, иди сюда. Давайте помучаем его. Братишка, давай, ложись. Он прям такой стал взрослый сразу, когда они появились. Он даже до тебя не лезет. Иди сюда, давай его помучим. Мучайте его. Правильно, его надо мучить. Мучайте его. Он привык всех мучить, а сейчас пускай его мучают. Да. Ну что ты? Смотри. Ай, привет, красота. Привет. Ой, вас хотели запустить, а? Смотри, видел? Что, вам мяско надо? Вам сейчас дам мяско. Красота. Серый волк. Красотуль. Я злой и страшный серый волк. Корм не хочет он есть. Этот. Надо поубирать вот эти пластмасски. Они, блин, ну они, видишь, умные, не глотают. Я уже говорил об этом, что обычный щенок другой породы собак, возможно, бы уже наглотался этой дряни всякой. А вот лайки, западносибирские воланды, они, конечно, в этом плане... Ой, молодец, блин, какая. И он берет их вот так, как мамка. Хочешь поднимать, а им... Ну да, вот прям крупно. Вот ты возьми в правую руку одного щенка и в левую вот руку это другого. Это тоже плотная, знаешь, такая? Ну да. Плотная. На. Мучайте его, братиш, давайте. Вот тебе задание, да. Эй. Пуси. Пуси, щеночки. Вон смотрят на фурию. Щеночки. Все, они вообще ручные. У них такая хорошая психика в этом плане. Это, кстати, повытянутая мордочка у серенького. Это чуть-чуть похуже. Но оба красивенькие, оба... Ой! Смотри, тоже нападает. Малочинка защищает. Смотри. Ай, молодец. Смотри. За жопу. Смотри, играться начинает. Но аккуратнее, очень аккуратно играется. Молодец. Акела жестче бы играл. Акела не такой аккуратный. Ну вот. Ну-ка, две сестрички растяни. Недаром он лоскуша. Давай, растягивай. Давай. Покусайте его, давай, ложись. Давай, покусайте его. Покусай. Эй, все. На. Смотри, это где прячется. Это вообще здесь. Давайте покажем поближе. Давай. Посмотрите на нее. Какая красотка.
Иди сюда, теперь беленькую покажем. Беленькая вообще беленькая. Такая, тоже кайфовая. Тоже, медвежата. Хорошо медвежата, видно? Да. Медвежат. А, давай, а теперь вот эту морду давай покажем. Давай. О, морда. А, ах, какой. Ах, братиш. Ах. Морис, какой ты пыльный, тебя надо вытрушивать. Его нужно расчесать. Ух ты! Фурия! Кто там? Фурия. Фурия, наверное, тоже сюда захотела, да, наверное? Смотри, подлавивает. Фурия у нас подлавит. Защищает. Блин, у нее как будто нету живота, не беременна. Будем надеяться на лучшее, братан. Братиш, ну чё ты? Рано, скорее всего, лешего забрали. Им надо было тут месяц оставаться. Смотри, как они смотрят на нее. Кто там? Кто там? Такая же беленькая, как и ты. Вот, прибежала. О, и ты здесь. И ты здесь. Беги, мучай его. И ты здесь. Слышь, смотри. Пойдем. Не. Ну вы вдвоем, вы что тут? Друг друга-то не дерите. Давай, пойдемте. Они уже наделали, что ли? Ну, конечно, кто еще? Лопату тогда можешь подать? Мы вас ставим. Да вы что делаете? Эй, щенки за железки кусают. Как от дочки у вас, конечно, очень острые. Ну, ты чё? Тут. Идите, здесь. Идите, сиди. Братиш, давай, делись с малышами. Тоже бойцовская. О, братиш. Конечно, но это не лечит на косточку. Молодец. Чувствует то, что дети маленькие. Что ты? Что ты, моя? Что ты? Слушай, ну по голове они, по-моему, у них головы одинаковые. Повыше. Ай, как ты больно кусаешься. Как ты кусаешься, блин. Это он. Вот молодец. Это он тебя. Он тебя. Давай, крутишь. Вот так. Вот пусть тебя подерут, малыши. Как Алита его. Тогда. Ну, они с Алитом одинаковый возраст. Смотри, какие кадры. Ты-то чё? Ай-яй-яй! Попробуй сейчас ближе поснимать вот эти моменты, где он братишом. Иди сюда! Вот. Ай-яй-яй! Врачи за хвост хватает беленько. Что это? Ну на, вот, пообщайся с ним, вот так. А ты что? Ты здесь? Вот тоже так тоже. Него. Общайтесь с волчорой. Волчары. У него с этой стороны. Вот смотри, смотрит на хуй. Всех их про глистогонию сейчас опять нужно будет. А насчет щенков уже они глистогонены, надо будет прививочки ставить им. Пойдем. Ух ты, серенькая какая. Ай, молодец.
Молодец. Не дает себе в обиду, правильно? Правильно. Нет, уж не я, чуть меня кусаешь. Вот так, за ухо его. За ухо. Молодец. 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 За ухо. За ухо. За ухо. Смотри, а это вообще здесь сидит. Где? Между ног сели, его спрятали за мной. Все, защита. Защита, братиш. Все, тут защита. Защита, смотри, какая. Волк. Братиш тоже великолепный волк. Хороший. Мне кажется, такой, наверное, один на тысячи. Даже можно миллион. Возможно, да. Пить хотят, сейчас пить им надо налить. Как будто для тела принесли, да, тело? Это братиш. Иногда. Ну, это пить хотят. Ну что, братиш, ты уже таким взрослым кажешься после щенят таких. Уже взрослый волк, да. Все, не грызи мои тут. Ушки еще не встали. Ничего, сегодня творожка купим. Вот так вот все пролили почти. Я уже говорил, ничего страшного, что они с братишом. У нас не одно поколение выросло с волками. И Вьюга, и Алита. Вон какие боевые девчонки. Вот вы что делаете? Ох, беленькая, ты посмотри на нее. Ух ты, посмотрите на нее. Вы что делаете? Отдай. Отдай. Ох, какая злюка. А? А? Ах. Защищала меня, да? От сестренки своей. Это у нас две девочки, еще раз повторюсь. Смотри на нее, все, за штанину схватилась. И все. Все, мы вышли, скулить начали. Скучно вам? Ну, был бы забор, бы отпустили вас по территории гулять. Пока здесь, ребятишки. Эй-эй-эй, куда грызешь железо? Куда железное? Ну все, капец. День еще ночка. Отпустите меня. Отпустите. Все, не выпускают. Дрочливые. Кисапончики. Что это? На, малышка, на. Все, идите, ешьте. На. Ой, какие. Жуйте. Жуйте тщательно. Братиш, непонятно, что происходит. Они убежали.
Тщательнее жуйте, малыши-карандаши. Сразу видно, девчата пищат. О, отбирает, в рот лезет. Ты чё свой кусочек бросила? Злюки. Братиш, спасай. Спасай меня, братиш. О, испугались как. Волчицу испугались. Сразу отцепились. Вот они, волчары. Эй, волчары, Воланды. Ах, Воланды. Охотница, ой какая, ой какой щенок. О, давай, акела кусай. Братиш. Ой, куда ты, медведь, куда кусаешься, ай, вот так вот. Богатырем. Вот так вот. Нападайте, нападение. Вы что, на меня все нападают? Братиш, спасай меня. Братиш. Вот так вот. И валяшки, братишу тоже нравится, смотри на него. Давай, хватай. Сейчас будет злиться. Получай, вот, братиш. Лежит. Нравится. Какие вы классные все. Какие, ну, мне беленькая, конечно, такая красотка. Да, это тоже очень красиво. Это, да, красотка. Но то, что белая, крас. А вот какую ты бы выбрал себе, если бы? Я бы двоих вообще бы оставил. Ну да. Они оба, смотри, какие, вон, смотри, ну, давай, какие злюки, видишь, как? Давайте. И они при чем? У них аппетит у обоих зверский, но вот это вот, в ней больше все равно волчьего, знаешь почему? Почему? Хвост отпускает и сразу убегает, прячется, нычет все. А вот это она более такая, знаешь, расхожестая. Ну и хотя с одного помета, но вот это будет более такая, знаешь, она, видишь, осторожничает. Это вот чисто присуще волкам, когда осторожная, проверяет все по тысячу раз. Простишь, зачем? О, кто приехал? Ну-ка, кто приехал? Кто у нас приехал? Кто там? Братиш, кто там? Кто приехал? Щеночки. Кто там? Кто приехал? У нас гости. У нас, да, приехал Алексей, наш помощник. Так.